необходимо знать основополагающие моменты цыганской жизни. Каждый цыган живет в трех измерениях. В мире реального знания, в мире мистического самопознания и в мире звуковых ощущений. И это напрямую связано с цыганским фольклором. Они уходили в табор для того, чтобы всю жизнь ходить босиком, попрошайничать, гадать, плясать. И эта жизнь была настолько интересная, что они не покидали эту жизнь даже во время фашистской оккупации под страхом смерти, а некоторые погибли вместе с цыганами, не признавшись, что они на самом деле не цыганки. Видите, до какой степени цыганская жизнь затягивает иногда русского человека. Они слышат мир. И поэтому песни, которые они поют, являются реальным отражением их жизни и становятся произведением искусства, так же, как и сказки.